Сейчас из Средневековья переходим сразу, можно сказать, в 22 век. Выступает мастер Бамбум, который один из немногих сочетает сикухати с, скажем так, с электронными звуками, с электронной музыкой. Всегда это эксперименты, всегда это что-то новенькое. Мастер немного сейчас разложится и потом сам расскажет про свои инструменты и про свой подход к делу. Соответственно, это один из немногих мастеров в России, кто делает флейты самостоятельно из бамбука, то есть традиционным способом, все время находит какие-то новые разработки и так далее. Вот мы видим некоторые из его флейт. Флейты бывают от совсем маленьких вот до таких вот огромных. Сейчас он подключится. Я пока тоже немножко расскажу про инструмент. Вот кусок бамбука. На самом деле, вот внизу мы видим, это его корневая часть, да, то есть вот здесь вот был корень. Соответственно, вот он вот таким вот образом рос в земле. Мастер его выкопал, и, соответственно, после этого заготовка кладется на сушку на какое-то время. У разных мастеров она сушится разное количество времени. Кто-то сушит там полгода, кто-то может сушить год, три года, пять лет. Это уже зависит от мастера и от его целей. И как я сказал, уже на флейте всего четыре отверстия. Четыре спереди, одно сзади. Но при этом на этих инструментах можно играть абсолютно всю хроматическую гамму. И даже больше, потому что на самом деле некоторые инструменты, они на некоторых инструментах играют музыку, а некоторые инструменты созданы просто для звука, для того, чтобы воспроизводить звук, то есть звуковая практика. Сейчас мы поставим еще один микрофон и начнем. Кто-нибудь из вас когда-нибудь был в Японии? Поднимите руку. Просто интересно. Вот, здорово, здорово. Хорошо, я тоже был несколько раз, ездил. Первый раз представлял в России на Всемирном фестивале сикухати. Второй раз ездил просто к своему сенсею уже учиться и путешествовать. Итак, мастер Бамбу и его электронно-бамбуковый эксперимент. Добрый вечер. Сейчас я буду использовать флейты, которые называются, ну, в частности, вот это. Это называется хочику. Это такая разновидность флейты сикухати, которая, в общем-то, проявила себя уже в 20 веке. И это непосредственно такой звучащий бамбук, да, то есть сикухати в ее современном виде — это флейта, которая была сделана таким образом, чтобы, ну, как бы равняться, можно сказать, на европейскую флейту, чтобы обладать большими диапазонами и так далее. Вот. А флейты, значит, хочику — это непосредственно сам, вот, сам звучащий бамбук. Вот. И обычно, чаще всего, на этих флейтах играют в таких камерных пространствах, ну или на природе, вместе обычно там, когда пьют чай. Вот. Но опять-таки в современном мире вот эти живые звуки бамбука, они обнаруживаются, что они сочетаются с различными аналоговыми синтезаторами, с различными другими звуками, созвучиями и так далее. То есть происходит масса всяческих экспериментов. Вот. И это течение, оно постепенно как-то набирает обороты. Бонусы. Одно слово. Маленький, короткий организационная заметка. У нас один из музыкантов оставил телефон свой где-то вот на ряду, если заметите. Айфон сбитый такой. Разбитый у него этот экран. Да, да, спасибо. Продолжаем. Вот. В том числе и всякие айфоны используются. Все, что угодно. То есть на самом деле
те люди, которые играли столетиями на этих флейтах, я думаю, что если бы у них были какие-то такие подобные возможности, которые есть сейчас у нас, они, скорее всего, их бы тоже использовали. Вот. Ну, в общем, несколько таких импровизаций, экспериментов для вас сейчас прозвучит.
Следующая импровизация с звуками аналогового синтезатора. Попробуем что-нибудь вот совсем спонтанное. Неведомо ни мне, ни вам. Thank you.